времена года — это состояние нас, потому что наша жизнь раскладывается на времена года. Даже день можно разложить на времена года. Поэтому, мне кажется, времена года — это наше состояние, наше внутреннее самоощущение. Осень — это... Это когда хочется думать о близком человеке. Осень — это когда хочется делать ему приятно. Осень — это когда погружаешься в какое-то даже медитативное состояние. Осень дает человеку как-то больше услышать себя. Но я всегда жду лета. Потому что летом отпуск и отдых, который я очень жду всегда. Больше всего люблю лето. Потому что летом, не знаю, как-то... Мне нравится жить летом, все легко дается, хорошо себя чувствуешь. Как-то, не знаю, все вокруг весело. Только небо, только ветер, только радость впереди. Зима холодная, а ассоциации у меня с ней теплые, потому что день рождения у меня зимой. Новый год, мой любимый праздник зимний, тоже зимой. Независимо от того, что там бывает не снежно, для меня почему-то это самый любимый, потому что где-то вот за неделю до 31 числа все ходят такие какие-то вот воодушевленные, счастливые, вот... Какая-то вот суета, вот это волшебство, вот оно все равно присутствует, независимо от наличия или отсутствия там снега, мороза. Пробирается луна на печальные поляны, лед печально свет она. Конец сентября и начало октября, когда уже вот листья все пожелтели, уже почти все уже упало, и... Начинаются дожди. Скорее всего, так. Это такая цикличность, но это можно посмотреть в Википедии, наверное, когда еще раз по кругу и еще раз по-новому, вроде бы по-старому, но все равно по-новому. И нет ничего плохого в том, что все повторяется, и мы ждем, и хорошо.